«Мы за здоровый образ жизни». Веселые старты, посвященные Дню знаний, провели организаторы спортивного клуба «Богатырь». Ну, мы вот решили приурочить это все к Дню знаний 1 сентября, сорганизовать ребятишек, провести мероприятие вот такое, ну, массовое сделать. Ну, сделай как бы им праздник такой, как бы говорится, что и чаепитие провести, и побегали на улице, набегали аппетит, пойдем потом чай попьем, покушаем, лимонад. Также на свежем воздухе, в принципе, не в помещении, чтобы это все было красиво для них. На спортивной площадке при школе номер 9 города Амурска собрались ребята с района посоревноваться в скорости и выносливости. С района, ну, все со дворов, все собрались, сделали объявление. Дети, в принципе, не отказали, все приехали. С Пионерской у нас тоже присутствует, тоже приехали дети. С 8-го микрорайона. Ну, общее такое сделали. Создали смешанные команды, не так, что какой-то район, а смешанные между собой соревнуются, ребятки бегают. Среди участников были целеустремленные спортивные ребята, которые уже достигли немалых высот и не готовы останавливаться в будущем. Я сам фехтованием занимаюсь. Плавание? Я Хабаровский край выиграл 2 раза по фехтованию на шпаге. Вот. Так ездил в соревнования, там пару кубков. Дальнейшие цели, планы в спорте? Ну как, добиться лучших результатов. Ну, то же самое, добиться лучших результатов. Прекрасно. Еще будете участвовать в таких мероприятиях? Конечно, конечно. С радостью. Еще одним участником мероприятия стал юный футболист Дмитрий. Парню 13 лет, и он тренируется на стадионе «Юность». Ну, занимаем всегда призовые золотые места в нашем крае. Ездили в Владивосток много раз в открытые. Вот. Ну, в принципе, много занимали мест призовых. В ходе соревнований участники продемонстрировали свои качества в силе, ловкости, смекалке и быстроте. Решающим состязанием стало перетягивание каната. Для победы участникам нужно было дважды перетянуть канат на свою сторону. Победу одержала команда «Ягуар». В планах у организаторов подобные дружественные спортивные мероприятия. Анастасия Козырева, Игорь Демьяненко, телеканал «Амурск».